Друзья, мы уже хотели двигаться дальше, но тут Вуля увидела свою названную мать, Юлечку Колосову. Давайте же с ней пообщаемся. И не только сама Юля привлекла внимание Вули, но и травка, которую ест Юля. Поэтому, Юля, поделитесь с Вулей травкой. Это какой-то рэп от Моргенштерна уже пошел. Спасибо большое. Юлечка, у нас есть одна традиция. Нужно положить руку на Вулю и вдохновенным голосом сказать «Wool Empire». «Wool Empire». Чувствуется тепло. Нежность, мягкость, да? И Вулечке это тоже очень нравится. Ее погладило сегодня уже 16 тысяч человек. Она будет счастлива. Она уже счастлива. Ну что, пойдем дальше?